Привет, ребята, привет, княженцы. У нас сегодня с вами новый, короче, обзор Колесниковых. Вот Лехи Колесникова, то, что у него творилось за последние где-то 4, может быть, 3 влога, я не знаю точно. Смотрю его, ну, как бы на каждый влог его обзор делать как-то неинтересно. Когда вот, ну, мужик снимет сразу много влогов, вот тогда вот интересно, да. Значит, началось все с малого, началось все с жарки мяса. Как бы вы знаете, ну вот Леха прошел все этапы становления ну вот всего, да. Началось сначала как бы с приготовления пищи, с жарки мяса. Когда вот шашлычок нажарили, как бы в целом, конечно, хорошо, что вот Леха приготовил, ну, вкусняшечку для своих там родных, да, просто на ужин, просто вот картошечки там святусик приготовил. Салатика, не знаю, вкусно как бы все это было или нет, хотя тетя Света все время говорит сама, у нее все вкусно, поэтому будем надеяться, что и шашлык был тоже вкусный, вид его был в принципе такой ничего, но вы знаете, посмотрел такой, ничего, правда вот как бы выражение «не поваляешь, не поешь», оно как бы актуально в этом случае, потому что как дети снимали мясо, это конечно был трэш, но хотя однако, зная Леху, можно додуматься о том, что все это было сделано целенаправленно и специально. Ну ладно. Хотя, вы знаете, я вот есть на секунду так вот, ну вот, отстраниться от всего, когда вот, знаете, вот они вот мясо снимали со шпажек, знаете, я вот лучше по-другому бы сделал. Снял на месте, Лех, на месте тебя. Надо было, знаешь, как сделать? В общем, Свету, детей вообще в кадр не пускать, ну, не снимать. Тебя прям с камерой, даже не так, дети, чтобы снимали, или просто камеру на штатив поставить. Вот представляешь, Светка, значит, мясо снимает с этого шампура, пускай во все стороны все падает, так будет еще круче. А тебя, знаешь, как где-нибудь вот так вот лежащего под яблонькой, знаешь, и такой вот вид, ну, знаешь, как вот раньше, в древние времена, то есть мужик приносил домой мамонта, а женщины начинали его готовить. Это вот было бы нормально. Ну и у тебя тоже неплохо. Значит, да, мясо приготовили наши друзья. Потом началось, ну, знаете, такие, как бы, как сказать, уборка, не уборка, в общем, ну, в общем, по дому, да, вот по дому все, вот, то есть, вот надо, вот как раньше, там, то есть, мужик пришел с охоты, там надо мамонту, я не знаю, что-то, подковы сменить, там, и все прочее. Значит, Леха, да, Леха сделал машину, автомобиль починил свой, своего железного коня, железного монстра. И велосипеды детям тоже починил, да. Ну вот все хорошо, но единственное, что, как всегда, вот эти вот кричащие названия. Я его сначала посмотрел, где вот Леха, когда велосипеды чинил, там покрышки, где Настюха проколола. Для чего такое название придумать, я не знаю. Я даже показал Катюхе, говорю, на, посмотри, название какое. Ну, типа, жене показал, говорю, посмотри, какое название. Она за голову взялась. Леха, конечно, просто жует. То есть пытается к себе притянуть лишнюю аудиторию. Или опять же, вот эти вот, может, комментарии еще про него писали, говорили, не знаю. Это все хорошо, говорю. Вот эти вот названия кричащие, просто вот что-то с чем-то. Да, значит, что у нас по плану? Мясо сделали. Потом починили все вот эти вот свои вот, ну, как сказать, приспособления, на которых они ездят, да. Дальше, значит, у нас что было? А, ну, опять там была пища приготовления Анжелы. Я посмотрел, она вот, то есть, старшее поколение в лице тети Светы передает секреты, знаете, вот, быта и своих вот этих кулинарных изюминок Анжеле. Стоит Анжела такая вот с миксером, крутит, значит, тесто для блинков. Вот такое выражение у Анжелы лица было, знаете, вот двоякое. Первое, я подумал, что типа, ну так сильно охота блинков, наверное, реально человеку, что вот стоит вот она вот и хочет вот конечного результата добиться. А второе, в общем, такая вот мысль была, в голову закрала, что типа Анжелу почему-то типа сказали, давай, Анжела, готовь блины, теперь сегодня твоя очередь. Вот как-то вот такая вот была у меня мысля в голове. Ну ладно, как бы все как бы, ребята, вот хорошее в жизни, оно как бы иногда подходит к своему эпогею, ну, как бы мы знаем, да, то есть закончилось, потом началось другое хорошее и так далее, да, вот, значит, у ребят с ними жил дед, и все, и дед уехал к себе, точнее, улетел назад на родину, да,
Вот что хочу сказать. Вот с дедом было реально респектово. Леха как-то двигался, даже порой, как-то, мне кажется, улыбаться стал больше, шутить, я не знаю. Все было такое лайтово, помогал он ребятам, там, семье помогал, там, по хозяйству, все прочее. Лехе как помог встретиться вот этого ангара, да. Все, дед улетел. Что будет дальше? ХЗ. Мне, вот знаете, что интересно, кстати, этот момент я поймал на мысли. Кстати, вот никто не знает, когда тетя Света говорит, значит, отправился в аэропорт Леха, значит, взял там с собой Никиту, а Макс на работе. А я вот, кстати, вот первый раз, знаете, услышал, и мне было такую диковинку, то, что Макс доработает. Кстати, где вообще Макс работает, кто знает. И вот знаете, что было интересно? Представляете, вот, семья блогеров. Ну да, Леха не работает, дети маленькие, как бы им тоже не работает. Тетя Света как бы с детьми сидит, тоже не работает. Почему-то хоть сколько раз я повторил выражение, тоже не работает, да? Это закономерность. И тут Макс. И Макс работает. Где хоть, кстати, он работает, интересно, напишите в комментариях. Может, в магазине в каком, я не знаю. Просто я думаю, где он может работать, парень молодой. Это такой еще реально юный. Может, правда, какой магазин подрабатывает. Ну ладно. Я посмотрел, как бы Леха, знаете, вот как бы мы его там ругаем, кто-то его там хейтит, там, не знаю. Ну вот, отдать ему должное, то, что в аэропорту, он все равно в аэропорту, он нормально сориентировался. То есть как он прям по терминалам, прям шустренько, все, прям раз. Это, и мы уже смотрим на выходе. Все уже на выходе, едет домой, подъезжает к киоску какому-то, Никите говорит. Давай я сейчас с тобой, хочешь, шаурмички возьмем. Я про себя думаю, блин, легкая щедрость у Лехи. То есть шаурмички, сынку решил взять. Тут же про себя думаю, прям такая, знаете, у меня прям еще одна мысля в голове крутится. Думаю, а дома, как бы, ну еще дети, жена, может быть, как бы Леха им шаурмички возьмет. Как бы, ну почему бы нет, знаете, домой-то привезти в пакетики шаурмички. Ну, хрен его знает, я что-то особо концовку не глянул, не знаю, взял ли Леха или не взял шаурмичку. Это, надеюсь, что тоже взял, дети. Вот и все. Это такой просто скольз сегодня, как бы прямиком это, по всем крайним влогам жизни Колесниковых. И Лехи и тетя Светы. Главное, Лехи и тетя Светы, да. Все, ребята, на сегодня все. Конец. Happy end. Всем, короче, привет, всем здоровья, Лехе тоже здоровья, это сила в его непростом деле. Так что, ребята, все, всем до новых встреч, всем пока, лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. С вами был Егор Павлович Княжин, всем пока.